Приветствую вас, друзья, подписчики, просто зрители. В продолжение обзора монет сегодня хочу предложить вам вот такую замечательную монету с интересным названием Агор, номиналом в 5 Агор. Это монета Израиля. Монета имеет довольно интересное оформление, так как на ней начеканена древняя монета, имеющая отношение еще к римским временам. Здесь мы видим изображение герба Израиля, а также текст «Израиль» на иврите, английском и арабском языках. И большую часть поля занимает надчекан старинной монеты времен еврейских войн против римлян. Горд монеты гладкий, буртик выпуклый по кругу на аверсе и реверсе. Состав металла из трех частей. Сюда входит и медь, и алюминий, и никель. Но больше всего меди, 92%. Дизайн монеты выполнил Габи Нейман. Монета выпускалась с небольшими разновидностями. О них мы поговорим, когда рассмотрим реверс монеты. На реверсе монеты мы с вами видим обозначение цифры 5, агор, или как еще называют монету, огород. И она расположена на фоне ребристого квадрата. И надписи на иврите и на английском языке агор или огород, и внизу дата на иврите. Монета имела разновидности. Здесь вверху над квадратом мы видим чистое поле. Разновидность же монет состоит в том, что следующий выпуск этой монеты после 1985 года был приурочен по случаю 40-й годовщины провозглашения независимости Израиля. И таким образом сверху над квадратом появилось небольшое обозначение по этому случаю на иврите в виде надписи. Следующая монета была выпущена к Хануке, и над квадратом располагалась малая Ханука и также надпись на иврите. Так что существует три разновидности этой монеты, но, к сожалению, эти монеты к 2011 году были изъяты из обращения. Поэтому, если сейчас они попадаются коллекционерам, то это хорошо. Потому что в будущем, по всей видимости, найти их будет сложнее. Вот такая замечательная монета. Всем спасибо и до следующих обзоров.